Чайные домики Дагомыс-Чай по праву считаются одним из живописнейших мест курорта. Они расположены в Учдере на небольшой возвышенности с красивым природным ландшафтом и прекрасным видом на город, море и горы. Большой чайный дом был построен в 1979 году, накануне Олимпиады 80. Изначально этот музей был создан для приема иностранных гостей. Устроила этот дом гуцульская семья, отец и трое сыновей. За 2,5 года построили этот сруб. В советское время вот мы в день принимали до 1000 человек иностранных туристов. Сегодня количество гостей несколько сократилось, но несмотря на это, все посетители с восторгом гуляют по чайному дому и дегустируют сельскохозяйственные культуры, выращенные на плантациях ОАО «Дагомыс-Чай». Вот и гости из США тоже смогли ощутить русское гостеприимство. На территории чайных домиков иностранных туристов встретил ансамбль «Русь», который развлекает гостей этого музея уже около 20 лет. После чего туристам показали предметы русских народных ремесел и пригласили на чаепитие. Американским гостям экскурсия понравилась. Концерт был замечательный, еда восхитительная, а чай, я даже не ожидала, что такой вкусный чай может быть здесь. Мне очень понравился колорит и люди, восхитительное место. Знакомство с интересными экспонатами русского зодчества и ремесла и традиционное чаепитие – не единственные приятные мероприятия, которые устраивают для гостей чайных домиков. Все желающие могут приобрести продукцию компании «Дагомыс-Чай», которая пользуется большой популярностью у всех посетителей. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.